Граждане Латвийской Республики, противоправную деятельность которых пресекли оперативники ФСБ России по Новосибирской области, оказались довольно молодыми – 2000 и 2003 годов рождения. Несмотря на свою молодость, иностранцы теперь подозреваются в производстве наркотических средств и их последующем сбыте в особо крупном размере. Сотрудники управления ФСБ и Сибирской оперативной таможни обнаружили в арендованном иностранцами гараже в советском районе Новосибирска нарколабораторию по производству наркотического средства «Мефедрон». Изъято свыше 10 килограммов подготовленного к сбыту наркотика, оборудования для его производства и свыше 1 тонны химических реактивов. Из тайниковой закладки, оборудованной гражданами Латвии, в лесном массиве изъято еще свыше 5 килограммов мефедрона. В процессе проведения следственных мероприятий наркодилеры сознались, что с декабря 2023 года они произвели и сбыли свыше 40 килограммов синтетических наркотических средств. Гражданами какой страны являетесь? Латвии. Что здесь делаете? Варили наркотики. Тоже варил наркотики? Да. Какие наркотики варили? Один из подозреваемых пребывал в России нелегально. У него изъяты поддельные паспорты водительского удостоверения гражданина России. Второй находился в Новосибирске по туристической визе. При попытке изъятия наркотиков из организованного иностранными гражданами тайника также задержаны жители Кемерово 93 и 83 годов рождения. Сибиряки планировали сбыть на территории Кемеровской области свыше 5 килограммов произведенного прибалтами мефедрона, а также еще около полукилограмма обнаруженного в их автомобиле этого же синтетического наркотика. Гости из Кемерово тут же во всем признались. Что делаете на данном участке местности? Приехали забрать товар. Наркотики. Какие, не знаю. С кем приехал? С родственником. Следственный отдел регионального УФСБ в отношении всех четверых фигурантов возбудил уголовные дела. Подозреваемые задержаны. Решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.